Встреча с «Вишневой девяткой» едва не стоила жизни пешеходу. Водитель ехал из Новосибирска в Юргу, не заметил на обочине пешехода и сбил его. Вызывать скорую, а тем более полицию, нарушитель не стал. Он убедился, что сбитый жив, и уехал. Пешехода увезли в больницу, а сотрудники ДПС принялись искать нарушителя по всему Кузбассу. Чем завершились поиски, читайте на сайте СИБДЕПО. Посетители нашего сайта дали неизвестному жителю Киселевска кличку «Зомби». Мужчина вылетел из окна 8-го этажа, но остался жив. Более того, прыгун даже сумел сам подняться на ноги. Соседи было изумились, рядом с ними живет настоящий супермен. Но приехавшие врачи быстро разгадали рецепт неуязвимости. С ним можете познакомиться и вы на страницах нашего сайта. Новокузнецкий спортсмен впереди России всей. Перед началом чемпионата мира по боксу сборная нашей страны выбрала себе капитана. Им стал Миша Алаян, представляющий южную столицу Кузбасса. На сегодняшний день Миша – самый титулованный и опытный член команды. На его счету уже есть мировое золото и олимпийская бронза. Вместе с нами вам будет легко и удобно следить за успехами новокузнецкого спортсмена, равно как и за любыми другими спортивными событиями. Нужно только включить компьютер и пройти по адресу sibdepo.ru.